Ну что же, всем привет, и вы слышите, в каком антураже мы начинаем сегодняшний день. Я думаю, вы прекрасно слышите, что тут происходит. Если пока не слышали, то сейчас вы услышите. Ой-ой-ой, потому что мы начинаем последний день DreamHack, финальный день DreamHack. У нас финал лузеров и гранд-финал, а прямо возле нас идет полуфинал КС, и вы сейчас поймете, что это. Да, потому что здесь идут овертаймы. Да, и тут, ребят, мы сюда пока добирались, до наших комментаторских мест, надо пройти через весь холл D. И тут просто настолько много людей. Я на DreamHack'е столько людей еще не видел ни разу за 4 года. Я тоже вот сколько здесь было, это действительно впервые. Причем люди, чтобы вы понимали, из одного из самых крайних мест идут прям до входа очередь. То есть это просто дурдом. Я не знаю, сколько здесь тысяч людей. Тут, я очень не знаю, много. Тут нереальное количество. И это все, конечно, болеет за них. Поэтому мы сразу извиняемся за то, какой будет первый, наверное, часа полтора эфира. Потому что здесь будет очень шумно, ну, очень как на интернешнале. Жуткий-жуткий будет шумно. А потом у нас еще, кстати, будут играть Фнатики, но с Фнатиками там другая история. Мне интересно будет посмотреть на реакцию публики после вчерашнего. Ну, в любом случае, мы третий день подряд страдаем немножко от того, что мы находимся возле сцены Counter-Strike GO, и вот такой вот шум. Но это не важно. Важно то, что начинается сейчас финал лузеров. Best of 5. Virtus Pro против Cloud9, как написал Envy только что в Твиттере. Revenge Time. Будет мстить Envy за правильно, для правильно. Него поражение. Ну и посмотрим, получится ли у Envy, собственно, отомстить команде Virtus Pro. Best of 5 – это очень много. Вот сюда прям по пути на DreamHack я шел вместе с Жодом, Готманом и Седым. И Гот все очень просто сказал. О боже. Это фантастика, что здесь происходит. Так вот, Гот просто сказал, что если Eternal Envy нам разрешит, то мы выиграем. Если Eternal Envy возьмет Terror Blade, то мы проиграем. Все. Но есть отличная страта против Terror Blade. Называется левый клик по иконке с баном. Баном, да. Да, но это ВП мы видим, не особо-то хотят этого делать. Вот не, ну что, во второй стадии обычно банили Войда и Terror Blade его обычно банили. А ну, банят сейчас дровка и Terror Blade. Надо еще дровку банить. Ну так поэтому будет дровка и Terror Blade. Ничего удивительного. Что дровка улетела в бан, ждем. Что забанят Клауда, потому что они забанили Сларка. Забанят ли они Фантомку? Ну, если... ну, а что тогда получается, они будут сами забирать? Если это будет нечто супер жирное, типа Хаус Найта, которым Клауда тоже играет да. в свое время, Слардар. То Фантомку не стоит банить. Типа против Слардара, ну, тоже, наверное, я бы не особо стал... Как вы видите, игроки тоже, вот даже Бон Севен разговаривает, он микрофон даже рукой закрывает, потому что им там тоже очень громко. Всем там... очень громко. Да, но тут дурдом, там еще, слава богу, Старкрафтеры чуть дальше, потому что они там тоже орут бешеным криком и так далее. И, собственно, ну, да, дотерам тяжело. Но вот ВП, кстати, чуть-чуть попроще, потому что они сидят подальше. А, нет, они, наоборот, сидят поближе, извините. Они, наоборот, сидят поближе, собственно, к трибунам КСа. Да, тут в любом случае везде громко. И, ну, КСеры заполонили DreamHack пока что. Не, ну там игра хорошая. И играют очень хорошие команды. Наверное, сильнейшие. Знаешь, на этом турнире. Вспомнить, как я был на первом DreamHack'е по КСу, когда еще доты на DreamHack'е даже не было. Но это был настолько маленький-маленький зальчик. Там не было даже сцены. То есть они просто сидели там 20 компьютеров и играли себе там. И, ну, и никому вот это было неинтересно. Да? Да, и что сейчас из этого возникает? На Твиче, наверное, 1200 сейчас смотрит. Даже Доту смотрит меньше. Но Огрмак у нас от ВП. Их любимый Огрмак. Сигнатурный. Сигнатурный, да. Сигнатурный Огрмак. Ну вот. 300 тысяч. Почти 300 тысяч на стримах по КСу сейчас. Ну что, чем ответит Cloud9? Террорблейда нету, дровки нету, пака нету, бримастера нету. Virtus Pro очень хорошо подготовились к этим банам. Да, ну понятное дело. Но Best of 5 баны, они обычно меняются от игры к игре. Ну, обычно в Best of 5 все начинается с первого матча. То есть вот до первого матча идут конкретно типа стандартные баны, а в следующих ситуациях уже конкретно по... тем играм, по которые были до этого. По да, да, игре, да, да. По результату. Так что вот посмотрим, посмотрим, как здесь пойдет. На такой длинной дистанции даже может получиться вообще абсолютно свой микроклимат со своими героями, со своими банами и пиками. Уже ближе там пятой, например, решающей карте, если такова имеется. Могут быть абсолютно неадекватные какие-то мувы, казалось бы, если вы смотрите эту игру отдельно. Но если посмотреть все в ряд, то сразу все становится на свои места. Ну да, поэтому мы вам всегда рекомендуем, если вы смотрите какие-то там Best of 3 или Best of 5 серии, то смотреть все матчи, а не какой-то один. Ну и вот смотри, тот Void, которого обычно банили да. Virtus Pro вместо Draw Ranger во второй стадии, сейчас он появляется в пике у Cloud9. И вот тут вопрос, опять-таки, будет ли это... Не, ну Flame Void не будет точно, это Carry Void для Envy, да, потому что есть Bat Rider.
Керри для Энви и вот Абаддон. Это вот интересно. То есть против Бетрайдера. Такая себе ЕГ-шная страта, да, и против Бетрайдера. Опять-таки мы знаем, что ЕГ очень любят этого героя брать. Зюс. Вот, кстати, тут Зюс может не сработать. Вот в чем дело. Причем это... Ну, тут очень плотные герои. Да, именно поэтому. Именно потому, что Абаддона сложно убивать, там уже начиная с левела 6. Всех остальных убивать сложно, потому что есть Абаддон. Да. Все очень просто. Ну и Зевс здесь в миде, ему будет, во-первых, и на линии очень тяжело как бы стоять против ДП, да и вообще, ну, то есть здесь будет Зевсу не очень просто. То есть я не знаю, правильный ли это пик для Фаты. Ну хотя Фата умеет играть, и этого у него не забрать, да, на Зевсе. Ну, год мы знаем, вообще сигнатурочка у года. Ну вот мы видим, что году на этот раскатать на Банше. Тоже один из его сигнатурных героев все-таки. Ну, поглядим, как будут действовать непосредственно сами Cloud9. Будут ли ганги с их стороны активны, потому что можно с Вингой гангать. Вопрос только кто, в том еще, кто будет под Вингу. Скорее всего, бан отправится сейчас Ancient Apparition. Я бы именно его, скорее всего, забанил, потому что и под Войда хорошо подходит, и под Вингу очень классно заезжает. Ну, вот сейчас поглядим. Ну что, последние баны от ВП и от Cloud9. Под Бетрайдера хорошо подходит. В общем, вот аппарат, мне кажется, тут на самом деле самым очевидным вариантом. Ну, Зевс-аппарат это всегда неплохо. Если только Зевс не будет суппорт от Ауи. А, они же и так играют, да. Именно. И, причем еще и как играют. Но помню, это суппорт Зевса от Ауи. Там был не суппорт Зевс, там были Virtus.pro. Вот. Это самая величайшая игра планеты. Там были еще и Cloud9, так что рекомендуем вам вчера пересмотреть вчерашний матч. Очень рекомендуем. В финале, получается, нет, полуфинал Виннеров, извините. Virtus.pro против Cloud9, вторая карта. Как мне вчера, точнее, сегодня написал товарищ, посмотрел игру Virtus.pro Cloud9, равномерно обжарился со всех сторон, пошел играть дальше в доту. Все нормально, то да. Есть, там пригорали эти было жесточайше. Ну и вот, видишь, все-таки считают, что это будет суппорт Зевс, и забанили героя в мид, инвокера, который тоже хорошо заезжает под хроносферку за счет там метеора. Ну, блин, а суппорт Зевс-то вообще никуда не катит, ну как? А суппорт Зевс, он тут вообще будет мясо. Конечно, его тут особо убивать не будут, но и он убивать никого пользы не будет. Пользы он приносить будет очень мало. Именно, именно. Ну и вот бан Фантомки. Все-таки есть бан Фантомки. Ну, как раз против Войда, да, она может хорошо заехать, потому что герой тонкий, одна критерия, а чувака нет. А вот как будет играть ВП. Они врубили режим Evil Geniuses. Да, они врубили режим Evil Geniuses. И просто, а почему все команды стоят и фармят, а ЕГЭ идут и бьют лица? Ну, а на самом деле... давайте мы пойдем бить лица. Они реально очень правы в данной ситуации. Конечно. Потому что ни Войд, ни Винга, они не отбиваются от этого всего. Да, может помочь немного Бетрайдер, может помочь Зевс. Но прикол в том, что, как мы вчера рассуждали, хорошо, когда вы можете отпушивать с пылами, но Джакира с пылами не отпушить. Death Prophet с пылами не отпушить. Единственный вариант – убить крипов до подхода к вышке. Убивать, ну, крипов, драться. Убивать крипов нечем, драться нечем. Вот в чем вся соль. И сейчас у Клоудов очень сложный выбор. Ну, Штормана добрать какого-то, я не знаю. Или отдавать Зевсу мид. Я не знаю, что нужно делать. Потому что суппорт Зевс, он тут будет вообще вялый. И все-таки секунд. Забирать какого-нибудь Апаришина, я не Мне знаю. Мне очень нравится пик УВП. Но я не уверен, ну, умеют ли они таким пиком играть. Ну, сейчас поглядим. Возможно, они посмотрели за ЕГЭ вчера пару каточек, разобрали какие-то ключевые моменты. Просто у ЕГЭ есть одна офигенная особенность, которая всем очень нравится. Они не медлят. У них в игре происходит постоянное передвижение. Да, да, да. У них нету времени на фарм. Они фармят по пути к линии. То есть они там пробегали, пару стаков забрали, побежали дальше. То есть у них нету вот этого, давайте пофармим 5 минут, а то добрать нечего. Кентавр. Кентавр, да. Который будет помогать драться. Ну, а как они линии поставят? Вот это уже совсем другое дело, как они сейчас будут ставить линии. То есть они что, Бетрайдера поставят в мид? Или они просто кентавром тупо пойдут в мид? Ну, может быть, кентавром тупо пойдут в мид. Триплав сложно, почему и это, бы кстати, нет? Тоже идея. Ну, потому что Death Prophet, она кентавру вряд ли что-то в миде сможет, ну, такое, ну, серьезное сделать. Год уверенно смотрится, а вот Пайлайда не очень. Скажем так. Пирог, ложь, смерть. Пирог, ложь, смерть. Вот именно вот так он выглядит, как не знаю. Ну, это не ВП на ваших экранах. Выспались, настроение отличное. Третье место для них уже хороший результат. А для Cloud9 имеет место быть только одно. Это первое. Что вторые они уже назанимали столько. Ну, они и тут, если вдруг этих ребят пройдут, второе займут. Это, не, в принципе, ну, не обсуждается. Мы, да, мы вчера обсуждали всю огромную бригаду людей, которая вечером сидела и обсуждала матчи, что
Неважно, неважно абсолютно, кто выиграет финал УЗОРов. Скорее всего, ЕГЭ станут чемпионами. Ну, да, мы обсуждали, кто же будет следующей грушей для битья команде ЕГЭ. Да. Либо это будут... ну, какая команда не выиграла, действительно. Только будет... Бертусов било, надо было. Да, будет типа либо чуть более тяжелая груша для битья, либо чуть более легкая груша для битья. Но все равно это будет груша. Да, да. Судя по последним матчам, это именно так. Посмотрим. Ну что, ребят, мы еще раз извиняемся за этот крик тут бешеный. Но вокруг нас реально тысячи шведов, которые, слышите, что скандируют. Это NIP. Ну, это просто жесть. Я на КС такого никогда не видел в жизни, наверное, я видел такое в Польше, на Катовице, когда выигрывали поляки. Потому что там, да, там выигрывали как раз-таки поляки. Ну, ладно, мы смотрим игру и продолжаем. Какую как-то... именно? Вот, ну, мы смотрим дотку и пытаемся услышать хотя бы что-то. Я надеюсь, вы нас слышите. Так, ну, в общем, что у нас получается? Получается то, что есть первый визуальный контакт. Получается то, что сейчас Cloud9 увидели трех героев у себя в лесу. Возможно, они... Ой-ой-ой, слушай, а три героя-то зашли очень нехорошо. Ну, тут в спину их окружают. А чем драться? На первых уровнях нечем драться, Cloud9. Вообще нечем. Там есть нижняя Зевса и стан Винги. Но стан Кентавра, хорошо. Ну да, все остальные, принципе... они очень вяленькие. А тут просто стан, я сначала, задувка, изначально не заметил задувка. Фуриона, так что, ну, в принципе, все окей. Ну и Фурион уходит в сложную. И, я так понимаю, трипласт Джакира пойдет в легкую, или что это будет? Или это будет соло Джакира в легкой? Да, это похоже на соло Джакира в легкой. И такие два мобильных суппорта, которые будут стараться, наверное, передвигаться как-то по карте, либо просто стоять на топе вместе с Фурионом. Ну, мне больше нравится, если они будут стоять вместе с Фурионом. Тут уже вопрос в том, как отыграет Седой. То есть, опять-таки, мы вчера об этом общались с ВП, и они говорят, что он там вот Артизи, правильный Фурион. Потому что он собирает ПТ или Фейзы, неважно, скорее Фейзы, и сразу же варит себе Аршит. И, собственно, так, за счет этого становится, собственно, очень-очень мощным. Ну что, пошла игра. Смотри, у нас тут наверх сразу же выходит Винга, начинает пробивать Седого. Седой с ней тоже воюет на таком нормальном уровне. Рейндж это все-таки повыше. Следовательно, может размениваться с этой подругой. Тут еще и Пайлайда выходит лишний раз. Одного пенька прям вызвал такой. Ну, тут пенек, ты посмотри. Я говорю, у этого пенька пенек просто воин. Взгляд маньяка. Вот просто берешь и наводишь на аватарку и понимаешь, вот насколько хладнокровный убивец этот. Вот это жесть, я бы от такого убежал бы сразу. Ёлка-зомби. Ну что, опять-таки Винга забегает. Понятное дело, что стана нету, поэтому вот так вот его пытаются понемножечку распаковывать, понемножечку отгонять Пайлайдай. Но Энви это время использует для фарма, и у Энви действительно получается. То есть по чуть-чуть, но действительно у Энви фарм пошел. То есть есть у него 6 крипов уже убитых, более-менее. В миде у нас Фата 5-2, и, собственно, против него год 3-1. Вот Фата очень хорошо начал. Смотри, чем Ёл занимается. Понимаешь, что делает вообще этот огромак? Он делает правильные вещи. Он тупо пошел и бьет крипов в лесу. А правильно? Бетрайдеровски. Правильно? А что, конечно, он будет делать правильно на линии? А ничего толкового. Так прикол в том, что Бетрайдер его прогнать не может, потому что Бетрайдер первого уровня. Он и куда Бетрайдеру идти? Ну, типа идти на нижнюю линию. Это все равно тратить свое время. То есть сейчас Бетрайдер улетит, Йол уйдет там в мид, попробует погангать. Все-таки стан у него есть, можно будет попробовать напасть на Фату, немножко его прохарасить. Ну, тут соло сложное, Зевс тоже что-то непонятное, да, было, почему Бетрайдер. Ну, а Зевс тут хорошо стоит сложную по одной простой причине. Джакира, до него надо лететь, добираться. Вот видишь, БЗЗ за ним полетел. Ну, Зевс тупо взял, убежал на ноге. Ну да, все, и Джакира здесь возвращается. Один, все-таки не забывай. Да, 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 и Джакира один. Поэтому Зевсу тут, кроме Джакира, по сути, никто не угрожает. А с одним героем как-то, ну, держать дистанцию намного проще. Ну и вот сейчас, наверное, жалеют ребята из Cloud9, что они заблочили вот этот спаун. О, тут внизу проблемы у Ауи. Очень серьезные Ауи проблемы. Ну, уходит все-таки. БЗЗ его очень хорошо расхарасил. Как же горит-то, а, Зевс? Одна плюшка там с Liquid Fire, и у Зевса чуть ли не половину хп снимает. Ну там его только что не просто поджег, а еще и заморозил, еще и тычек сверху накидал БЗЗ, там очень качественно сыграл. Ну и ты видишь, сейчас против них стоит дабла, и они и даблу эту могут, ну, БЗЗ, ну, в соло может даблу располовинить. Будет соло ломать сейчас даблу. Во-первых, он сбил ван реген Зевса, что очень правильно сейчас. А во-вторых, приходит сюда Огрмаг, потому что видит, Бетрайдер ушел, ну а типа, что я там буду куковать, ну, пойду Огрмага тоже к своим вар товарищам. Или подожди, вот этот Варджа не видит. Он вообще ничего не видит. Он же ничего не видит. Вот мы видим. Вот F3 нажми, и там вообще видно, что он ничего не видит. Да, вот ничего не видит. Он только блочит спаун. То есть вижен он фактически не дает. Не, ну можно видеть внутри вот этих деревьев. Да, если вдруг кто-то туда заблинкуется, да? Да, например. Вот, например, Фурион тактический вард залетит. Тактический вард. Супер вард. Да, в любом случае, на топе мы видим, начал фармить уже Седой. У него 11-3, 10-0 у Энви. То есть у Седова пошли дела хорошо. В миде год уже перефармливает на 6 крипов. Ну и снизу у БЗЗ прям все очень хорошо. В то время как все очень печально у Бетрайдера, который по-прежнему левел 2 и 4 минута.
Ну и Бонсевну сейчас надо будет вот эти вот все свои усилия по даблстакингу показывать, всю свою мощь. Ну, Бонусейн-то могёт, мы видели уже неоднократно, как он там многоспауны себе оформлял, причем без помощи суппортов. Ребят, мы тоже, я думаю, вы слышите, что КС продолжается, тут второй овертаймы прошли, поэтому крика будет еще больше. Уж потерпите немножко, скоро DreamHack закончится. Ну, что КС у нас сегодня будет весь день, если ладно, сейчас овертаймы 37-38 там. Да, когда-то было 42-40, я помню где-то. Ну, я помню, сороковнички были, да, дошли до сороковнички. Йол просто красавчик, насколько же четко он передвигается по карте. Он сейчас контролит нижнюю руну, отгоняет Ауи. Ауи пытается разбить сейчас руну, и Ауи разобьет таки руну. Ауи сейчас разобьют, вот в чем дело. Зачем что он туда побежал, я тоже не знаю. Я думал, он бежит просто разбить руну и уйти, а Ауи просто отдал форсблат. Вот так вот. Результат не понимаешь, большая. О чем думал Куртис здесь? То есть он что, думал, что Огр хочет сам себе ее забрать? Это было очевидно, что Огр, ну, собственно, так, пытается ее защитить. Потому что большая для... ушла, да, там с мида. То есть, не знаю, то ли инфа не дошла, то ли было по барабану на то, что это будет ферстблат. В общем, странное немного решение от Зевса. Просто бы развернулся, убежал и... Ну, ладно, там, в принципе, Джакир его бы сзади тогда прибил. Да, ну, Зевса то было есть немного. Тут Ауи, конечно, ошибся очень сильно. Ну и за счет этого ФБ зарабатывает мало того, что форсблат, они еще и подходят сейчас до Т1 Тавра, который начинает уже с третьим ликвидфайером печатать. Так, Ауи, Игнайт и Ауи. О, как же ему как больно. Как же Ауи повезло, что Джакира уже потратил, да, там, айспас и ликвидфайер для того, чтобы крипов как-то подержать. Вышка тут, скорее всего, сейчас будет разрушена, потому что стоит Сич Крип, который настреливает регулярно. Да, и Зерб тут не поможет никак, абсолютно. Конечно. Но, правда, БЗЗ надо будет порегениться. Я не знаю, Тернфилд тапки ли он сейчас будет покупать. Скорее всего, да. Ну и вот он тавр упал. Для ВП все прелестно на старте. Еще и на топе гоняет Envy. Да, и Виртусам теперь нельзя, как мы говорили, вот в случае с Evil Geniuses, нельзя просто останавливаться. Нужно продолжать движение. Нужно продолжать. Вот Фурион должен залететь на этого Зевса без маны. Выходит убивать Го, да? И где Зевс? Где, говорю, где Зевс? Где Фурион? Вот, Жоп, огонь, как и... хорошо! Жоп, и Фат убивает! Браво, Егор! Отлично, вот, он сюда вот, забегает. В стиле PPD просто ворвался в самый неподходящий для противника момент и очень четко подсейвил жотом. В результате ну, еще и Виртуз умирает. Заберут. Да, 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 он да. Без тапка, он есть. Вот смотри, Седой подходит. Даже деревья не стал давать, потому что дали инфу, что Вингу нашли. И все, и жотом делает дабл килл. Чудесно просто. И это все было без Фуриона. Теперь нужно залететь на Ауи, по тавр его убить. Заходит Йол, дает стан. Есть ТП, надо осторожно ребятам быть здесь. Уходит Йол, прилетает Фата, да, и надо уйти, надо уйти. Ну, заставили стэпэшиться Фату. Да, заставили его стэпэшиться, а ты посмотри, сколько у него денег, какой у него нетворс. Он в миде проиграл Баньше, ну не то чтобы много, но дофига вообще, в полтора раза. Так погоди, у него нетворс 2000, а Баньше 3,5 почти. Это 0-1, потому что умирал. Ну, вот эти все ферстблады, вот оно все. Ну, еще вышечки, естественно. И Баньша на 8 уровне, по идее, вместо Вичкрафта лучше бы прокачала ультимейт. Да, и пошли бы уже по. А может быть еще рано. Чувак, разницы между третьим и четвертым Вичкрафтом нет вообще. А тут уже Джакира 7 уровня сейчас будет. С четвертым ликвидфайером. Да. А Фурион у нас, тем временем, скоро будет с четвертыми пеньками. А Фурион, да, на него типа вообще по барабану, по большому счету. Ты просто пришел, вызвал пеньков, от тебя больше ничего не требуется. Стой, бей вышку. То есть вот реально Virtus.pro сейчас могут очень четко... Вот. Год все правильно делает. Он качает экзорцизм, получив 8 уровень. Ну, очень мне и говорил. Значит, сейчас Virtus.pro будет как-то собираться до кучи и идти. Потому что, ну, других вариантов я не вижу. Так, других вариантов быть не должно. Это вот как раз тот темп. Если бы он сейчас прокачал Witchcraft, все, темп был бы сбит, абсолютно. Пока он бы получил это 9 уровень, там 1200 экспы надо, короче, очень-очень неприятно было. Да, на топе проблемы тем временем у Седова. Успеет ли? Нет, не успевает здесь сделать телепорт Йол. Тем более, что отлетел Йол, он вряд ли бы как-то помог, но в итоге есть первый фраг для Cloud9. И в миде пошел ультимейт. Вот, отбегает от Фаты на стампиде, не потерял ничего абсолютно, и Тавр проседает. Здесь параллельно Джакира уже Т2 почти добил. Да, он его не почти добил, он его добил. Потому что никто не идет защищать, там у Зевса тоже пригорает серьезно. Ну, Зевса надо приморозить, конечно. Фурион, отлично, Седой, ну вот, ну, браво, вот. Смотри, как закрывает еще. Ну вот, все. И Тавр, браво. Изи. Вот и они. В миде продолжит, там Фата очень битый, Тавр битый, надо всей командой идти в мид. Или же на Т3. Тут понимаешь, что сейчас Cloud9 терзают смутные сомнения, потому что на ребят из Evil Geniuses они должны были попасть в гранд-финале. А они попадают на них уже в финале узоров. Что творят сейчас ВП? И Т3 Тара проседает, а дефить его тупо некому. Вот и я о чем. На топе очень... там гоняет Йола вся команда. Да и пусть гоняют, у них база сейчас начинает гореть. Йол сейчас пока его... Лол, 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 лол.
Это просто жесть. Пришел. Там убили Йола. Но Т3 Тавр-то почти упал здесь. Ну, далеко. Смотри, заходит Кентавр сзади. Купол нету. Кентавр стал по БЗЗ. Ну, БЗЗ, наверное, БЗЗ забрали. Джотун даже не успел хил кинуть. Надо просто уходить. Нельзя сейчас фидонить. Но ребята из Virtus.pro, походу, не в курсе, что фидонить нельзя. Ну, тут пытается Жот. Мы хорошо, да как? Ты смотри, одного убьет фидон. Второго, к сожалению, не может. Но и тут Жот тоже погибает. Так, Банча в это время пошла на базу регениться, да, то сейчас всех, скорее всего, потеряют. Ну, Жотма вряд ли все-таки... Жотма берется, да, там его цеплять, по большому счету, нечем, даггеров никаких а нет. А если бы доковыряли Т3? Они его доковыряют, там Джекири остался один плевочек. Но на Т3 никто сейчас не пойдет, нужно забирать Т1 на топе и Т1 на миде. Но тут Т1 на миде просто с руки забирает год, даже без экзорцизма, нету фортификейшена. Зевс не сденайл. Хорошо, Гот его развел, да, там застопил атаку. Ой-ой-ой, что-то Серега тут вообще мисует. Нормально все. Пугает, один, загоняет, да, на базу. Ой-ой-ой, проблема у Envy. И надо его правильно поймать. Envy ловит на стан. Хватит ли дэмэджа? И очень хорошо приморозили. Envy сгорит. Конечно, должен сгорать. Отличный минус на войде. Ну и вот и оно. Идти по линии дальше. Конечно. Так они пойдут сейчас. Они по-любому должны идти. Т3 они заберут без проблем. Джакира подойдет, расплюнет. Это, ну, тауэр, все. Дальше сюда нужно... бежит год с экзорцизмом. Через 15 секунд. А может, бараки? Может быть, стоит правда, попробовать. Там клиф же от кулдаунинса после Т1 тавра. Кстати, Мидия. Да, потому что в миде забрали Т1 вышку. Ну, тогда... Ну, ничего страшного, все ну, равно. Ну, Т3 точно заберут. Тут, в принципе, это не обсуждается. Если Джакира, вот хотел сказать, не мяснет сейчас с лоу-граунда. Но Джакира мясует как раз. Вот, есть экзорцизм, и надо заходить. Джакира, иди плюнь, разочек, пожалуйста. Да, просто если не будет Т3, будет намного проще. Да, но БЗЗ не идет. Они почему-то ждут следующих крипов. Очень долго Фурион на топе. Да, Фурион немножко задержался. В общем, чуть-чуть темп потеряли ребята, но это пока не страшно. Ну, не знаю, там Бетрайдер с блинком, у него там откулдаунился, а уже лассо, то есть тут, по-моему, ВП явно уже теряет время. Может, все-таки стоит уйти? Ну, хотя бы Т3, возможно, стоит попробовать забрать. Главное, чтобы Жотум сейчас не подставился в хроносферу, это будет серьезная ошибка, если Жотум стрянет. Уйти, хорошо. Поймали Бетрайдера, очень быстро можно сбрить хроносфера по всем, и Жотум все-таки стоит в хроносфере, Кентавр, Стан, погоду, года убили. Года убили, но Макропира, в принципе, неплохая. И нечем пока убивать Кентавра, но его закрывают. Свапчик. Будет заморозочка. Есть заморозочка. Отличный ульт был у Фуриона. Минус 2. Потеряли года. Тавр не забрали. Ну, БЗЗ, пойди плюнь. Просто плюнь. И все. Вот за эту драку можно было плюнуть уже огромное количество раз. БЗЗ зашел, плюнул. Хорошо, горит. И еще и Фату подожгли. Приморозили Фату. Это минус Тавр. Хорошо, прыгает Войд. Бить его. Бить. С руки его просто бить. Пригорел Войд. Очень больно. Войду. Войд погибает здесь. Прибежал Бон Севен. Тут же стан Бон Севена. И с руки Бон Севена избивает. Пригорел также Бон Севен. И минус Бон Севен. Да, просто забирай здание. Забирай здание. Зевс вам ничего не сделает. Кентавру нужно идти регениться. Просто стойте. Метельте, бараки. Ой, Зевс, хороший мультикласс. Минус Зевс. Очень хорошо. Трипл килл Жотн. И Сидуха выживает на 14 хитах. Засейвите его. Да, уйдет отсюда. И горит. Урна. Горит барак сейчас. БЗЗ продолжает его методично распробовать. Банша. Тут уже Банша рядом с ними. У Банши до экзорцизма. А, он недавно только использовал год. Еще половину кулдауна. Вот тут может помочь просто с руки. Просто с руки. Забирают. Да, и милишный. Могут попробовать забрать милишный. Могут попробовать, но не факт, что заберут. Скорее всего, сейчас дадут по пятную. Наверное, надо уйти. Наверное, все-таки... Но, блин, как же он хорошо горит. Как же соблазнительно его там сейчас забрать было. Там уже позицию занял Envy хорошую. У него нет хроносферы. У него еще минута до хроносферы. Да, и продолжает гореть. БЗ уже нельзя отпускать ни в коем случае. Все, уходить. Все, отлично. Теперь надо сваливать. Сторону потеряли Cloud9 на 12-й минуте. Макропира не очень... Ой-ой-ой, Фатус останется. Фатус сбрит до стана. Они сбрили Фату до стана. И стану, дабл эдж от Фаты. Потрясающе по твоим героям. Ну, обидный догорит. Хорошо. И проблемы у ВП, они тут фиданут всей командой. Но сторона упала. Да, кстати, не всей командой. Жотум, возможно, даже отсюда скроется. Нет, у него ульт еще там есть. Зевс верхний сейчас присловит чуть-чуть. И Жотум если... включает ульт. Ай-яй-яй, да, свапчик все-таки достал. Ну, в любом случае, самое главное, что Фурион уже на топе. Ой-ой-ой, там БД-7 сейчас горит просто от урны. Здрасте. Жотум божила, по-моему. Ну, в этой игре Жотум реально играет очень качественно. На Абадоне 8-1-3. Да, но тут потеряли немножко голды. 7500 ведут ВП, 2000 экспы. Они забрали сторону на 11-й минуте. Когда мы последний раз видели такие игры нашей команды? Нави 2011 так. Смотри, прыгает сейчас Faceless Void с Момом, Седова. Седой просто убегает, но это будет минус Седой, да. Теперь нельзя фидонить, главное. Заходит Год. Год у нас на хосте. Год начинает пробивать одного. И должен загонять вообще как можно дальше сейчас игрок команды. Только, может быть, Т2 без экзорцизма пытаться бить? Скорее всего, надо. Попробуй, там Джекира подлетает уже. Да, Джекира с Яулом. Вот оно. Все, теперь можно очень качественно инициировать через Яул и заморозку. Заморозка уже третьего уровня.
Как раз на это и был упор, когда... Помнишь, ты сказал, что году на 8 левеле надо взять ультимейт? То, что на 9 будет поздно. У него до сих пор 9. Так и я же, что, вот прикинь, если бы он поступил иначе, то все, это было бы ГГ уже почти, потому что не было бы этого темпа. А тут продолжают. Главное не останавливаться ни на секунду, как ЕГЭ. ЕГЭ же преподавали уроки ВП. Ну, я думаю, это самый лучший был урок для Virtus.pro, который они могли извлечь вообще из тех игр. Это то, что можно действовать так же. То есть дело абсолютно не в том, что там игроки на 500 раз лучше играют. Дело в том, что они понимают, что нужно делать. И Virtus.pro понимают, что нужно делать. И герои подходящие. Ну и что же, Т3 Tower на топе. Сейчас будут пытаться спрессовать на 14-й минуте Virtus.pro. Пошел первый, пошел экзорцизм. Сейчас будет глиф. Надо крипов убить быстренько и стоять далеко друг от друга. Жот, главное стоять, нет уже трансфера. Трансфера еще минута, только что тратили Дана Седова. Там нижняя линия пока еще не слишком запущена, но Джакира должен продолжать методично заплевать. А он и продолжает. И заморозка! Прыгает кентавр, в троих прыгает, но толку пока нет, хотя хороший дабл эдж. И очень сильно проседает Virtus.pro. БЗЗ макропиру положил, и ВП отходит. Но БЗЗ очень хочет забрать тавр, да, он продолжает подлетать и наплевывать. Нужна мека. Где ее взять, не ясно, но она очень нужна. Ну, улетает отсюда ВП, с первой попытки не получилось. Потеряли Фуриона, и 400 хп оставили тавру, но нету сейчас глипа. Им надо просто... Нужна мека пайп. Ну, мегапайп это долго. Где вообще деньги? Нужно, чтобы самые мажорные герои собрали сейчас меку пайп. Пофиг, кто это будет. Ну, ветра собирает, они, видишь. Ну, ветра полезная штука все-таки. Форстав собрала Бадон, тоже, в принципе, полезно. Вот Фурион собирает Сайленс, тоже полезно, типа... но мека была бы полезнее. Бэтрайдер, Миди прыгает на БЗЗ. БЗЗ спасают тоже сразу же. И купол. И ой-ой-ой, чуть не растолкнули вне хроносферы, чуть не оставили БЗЗ. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пошел фид, и Бэтрайдера можно здесь поймать. Бэтрайдер тп-аут делает. Да, ее не поймать. Да, больше не поймать. Ну и главное сейчас Virtus.pro, опять же, нужна мека, нужен пайп, мека пайп. Возможно, стоит даже сейчас отлучиться буквально на минуту для того, чтобы дофармить эту меку пайп. Седой сейчас далеко залез. Но нет хроносферы, это уже приятно. Ну, блин, они сейчас будут ждать Джакиро, который... Ну, смотри, Огр подходит ними, сейчас. И они продолжат. Так, поджег он Ауи, не дает вард Ауи разбить. Ну, Ауи, он понимает, что он рискует, оставаясь здесь. Да, он еще раз подсветил, подходит Бэтрайдер, и вард разбивает, в конце концов. Там мигают уже Virtus.pro на то, что есть вышка в Т2 по миду. Нужно, наверное, с ней как-то разобраться. Да, ну зачем, если нету глифа и на топе Т3 битый? Ну, экзорцизма пока действительно еще нет. И Седова не хватает 400 голды до Орхида. Орхид тут будет крайне эффективен, если вдруг получится его на врывающегося Войда кидать. Ну, либо на кентавра. Ну, либо кентавра, да. Кентавр, по-моему, намного опаснее, чем будет в данном моменте. Ну что, падает последний Т2 тавр. Он, ну, просто, понятное дело, без экзорцизма и падает очень быстро. 10-й левел Джекиро, седой 9-й, 11-й год. Кстати, второй экзорцизм. Вот, второй экзорцизм, то тоже Рошана решили забрать. Ну, возможно, имеет смысл. Или нет? Только без экзорцизма. С экзорцизмом забирают Рошана. Ну сколько? Еще полторы минуты, точнее 2,5 минуты дарят тогда Virtus.pro Cloud9. Ну а у Вайда уже, знаешь, что у Вайда уже появляется... Ну у Вайда за это время появится Майлштром. Да. В принципе, пока не слишком страшно. Они бы выиграли первую карту таки. Какая грязь вообще. Ребят, тут такая жесть происходит. Но у нас тоже происходит не менее жесткая жесть. Ну, жесть жесточайшая. У нас это самая увлекательная игра однозначно, имеется в виду. Первых 17 минут настолько много экшена, настолько круто играет ВП. Ну, непривычно для нас играют. Вот в чем как бы главное удивление и главный восторг. В том, что они действительно извлекли некие уроки из игры команды Evil Geniuses. Правда, вот основной урок с мекой и пайпом они пока еще не уяснили, где заготовки вот на меке пайп. И Джакира собирает что-то непонятное на хп. Но... Ну, то есть Огрмаг вот аганим себе этот в голову вбил. Типа, нафига тебе аганим? Это 4000 аганим. Ну да. Ты тут, этот тут, аганим конечно... пока будешь собирать. Вот сейчас у него, например, вместо поинт-бустера и 1000 голды. Ну, мека была бы. Уже была бы мека, да, по факту. Ну ладно, ладно, ВП остановились немножечко. ВП нужно продолжить, потому что кентавр почти... С форстафом, Войд почти с Манштромом, 11-й левел. Бэтрайдер без форстафа пока. Вот надо ловить, пока там нету Бэтрайдера форстафа. Пока он никого далеко не может увести. Пока он не дернет сразу тебя. Вот появился у них Аршит. Все, с Орхидом нужно ловить. Войда ловить очень удобно с Орхидом, очень просто. Того же кентавра, ну его убивать, в принципе, тяжелее, банально. А так тоже товарищ больше не имеет никаких эскейпов. Ну что же, Седой тут тем временем лесочек подфармливает. Вот так как делает ЕГЭ, то, о чем ты говорил вот во время пика. По дороге зашли, зафармили два каких-то стака
крипов, все. Все, типа, и пошли дальше. Как бы лишняя денежка есть. Крипа нет, надо сносить в сторону. Они сейчас заберут по-любому вышку. Вот так, может, а может быть вот так стоять за счет Джакира заплевывать? Так, а Джакира так и будет заплевывать, они точно так же забрали вниз. Правда, сейчас там мяснули, но там еще пинки есть помимо Джакира, поэтому тут тоже есть свои плюсы и бонусы. Вот, 20 секунд до экзорцизма, 20 секунд еще, естественно, никто не будет заходить, поэтому постараются поймать на ошибки. Ой-ой-ой, Бетрайдер, поймали бы ЗЗ, ну и далековато далеко. Все. Ну, есть Иул, понимает он себя на Иуле, тут Джотом. И Джот должен, Джотом должен спасать его сейчас. Джотом, щиты, подхилы пошли. Джакира, Макропиру, положи хоть какую-то. Вот он поджигает Пайлайдай, у Джакира очень мало здоровья. Джотом! Боже, что творит Джотом, этот Джотом, ты посмотри, и улетает Джакира, а здесь уже несут это фантастика. Стора. Джакира добили ультон, но там минус Войд, минус Кентавр, минус Винга после байбека, и падают бараки. Virtus.pro, там Йола потеряли, ничего страшного, падают там бараки. Там экзорцизм работает. Бит бежать, может быть, сразу, или не сразу. Надо сразу сначала забрать эту сторону. Спокойно, размеренно, без паники. Седой, Silence, Bon7 for Stun. Не лезть на рожон, все, уйти, не ломиться. Там в центре крипы подходят, в центр тоже можно там сейчас подойти. Там уже Джакирка. Центр, он выкупился и прилетел. Именно, Джакира уже на миде. То есть сейчас как сейчас отыграл Джотм в этом моменте? Как вообще эту игру отыгрывает Джотм? Просто пожило. Ну, Джотм просто не растерялся, у него реально была цель, это вот сделать тачдаун со щитом под Джакира, потому да, что все фокусили именно БЗЗ. Вот, видишь, опять начинают убивать БЗЗ. И успеет ли Джотм? У него есть Юл. Не успел Юл прожать. Ну и тут, наверное, надо уйти. Должны уходить, нельзя фидонить сейчас. Сейчас каждый фраг, он идет просто на вес золота команде Cloud9. Есть таймволк и достает до Джотма. Ой-ой-ой, закрыли, Джотма на развороте. Энви распечатать надо, Энви едва живой. Энви умирает. Фата оборвался, не знает, кого застанет Джотма. Джотма не надо. Фурион сейчас вернется просто в драку и всем навешает. Да, вот он возвращается, есть минус Пайлайдай. И проблемы у Фаты, есть двойной мультикаст. И это, скорее всего, фраг на Фате. Фата, Сайленс. И подожгли. Фата, урна горит, он и под Игнайт, и под всеми. Еще и поймали Ауи. Йол за ним урну повесил. Ауи получает мультикаст. И минус Ауи. Трипл килл делает год. Надо вот идти по миду заканчивать. Какая игра. Я знаю следующие баны. Вот я тебе что скажу. Руки развязывает ВП. Если будет банить против них Джакира и Баншу. Но в стандартной игре как раз у Cloud9 шансов, как мы видим, больше. Они были реально не готовы к тому, что вот они встретят ЕГЭ вот прямо сейчас. Потому что ЕГЭ сейчас, я уверен, они сидят где-то или тут, или в гостинице и говорят, там. Вот это вот, я так вот, это видел. Вот, растут, пацаны. Ну что, Тетри Тавр медленно, уверенно падает. Глифа нету. Подходит БЗЗ, начинает также заливать. Тут мега крипы сейчас будут на 22-й минуте, друзья. У года через 20 секунд будет экзорцизм. Надо добивать эти бараки любым образом. Мега крипы на 22-й минуте. Я очень давно такого не видел. Ну и что, последняя драка от Cloud9 сейчас будет. И может даже толком не будет. Года сейвить. Свапнули года. Год живет. Форстап. Год дальше живет. Года еще сейвить. Вот потерял Эгис, а у него еще Эгис. Это его, они так с Эгисом сейвили. Ну, смотри, там Бонни 7 сейчас залетел слишком далеко. На Седова еще вешают урну. Ауи тоже сейчас должен умирать. Ауи задувает, а это good game. Просто браво. Это, вот оно. Это просто супер. Очень довольные ВП. Очень довольные люди, конечно, в зале. Потому что, ну, может быть, не очень довольны. Потому что он далее, может быть, за Cloud9 больше. Ну, в принципе... Кстати, полный зал на доте тоже, но ничего себе. Я немного удивлен. Я думал, что все на КС, а оказывается, на доте тоже полный зал. Что мы как-то не обращали внимания, потому что мы зал доты не видели. Тут нас обступили КСеры со всех сторон. И мы просто-напросто не видели, что там и как там. Да, сидят вон миперы в шапках. Ну, миперов тут вообще очень много. А сейчас очень-очень-очень-очень важный вопрос. Что делать во второй игре? Потому что этим уже сыграть не дадут. Во-первых, что делать Клаудам, а во-вторых, что делать... Нет, Клаудам, понятно, они забанят сейчас Баншу Джакира первыми двумя банами, скорее всего. Ну, либо одного из них 100%. Может быть, Джакира с Ларка, вот что-то типа того. Ну, Virtus.pro, конечно, они заберут других каких-то своих сигнатурных героев. Тут уже вопрос стоит не в этом. Вопрос в том, вот, как решат играть ВП, будут ли они играть так же агрессивно. Просто без вот этого Джакира очень тяжело играть настолько агрессивно. Он очень хорошо пушит товара. Ну и вот замены, ты посмотри, то, что нам показали ребят из Cloud9, вот эти лица. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Гранд-финал начался что тут немного сказать? Раньше, чем нужно. Да, ребят, 1-0. ВП, красавчики, у нас... 7-8-минутная пауза, как всегда, между картами. Немного отдохнуть команды, немного отдохнем мы, потому что есть от чего отдохнуть. Какой же эпичный дримхак-то получается сегодня. Вот та игра в КС, здесь игра у нас просто эпик, эпический эпик, как говорит НС. Львиная, вот тут эпический эпик. Не уходите, короткая пауза, мы вернемся через 8 минут на вторую карту этого матча.